в том, что приходится и работа, еще заниматься много чего. Другого интересного есть в жизни, на самом деле, кроме поэзии и песни. А потом, откуда появятся стихи и песни, если не жить жизнью, а только слова писать? Вот. Поэтому у меня как-то, я сейчас подумал, здесь такая обстановка была, и Дима хороший такой тон, любимый мой кухонный, задал, когда можно, не выпендриваясь, просто попеть хорошие песни. Мне как-то на одном фестивале очень понравилось... Два барда таких, уже в возрасте достаточно известных, они все время, когда за столом начинали что-то горячиться, один другому усмири гордыню. Мне так это понравилось, я тоже себя повторяю периодически. На самом деле, кроме бардовской песни, есть безумное количество хороших песен. Редко